Ну что я могу сказать, совершенно два разных тайма, первый тайм и второй. Я думаю, что все-таки ребята вышли в первом тайме немножко недооценив соперника, да. Ну а второй тайм они показали, на что они способны, показали разницу все-таки премьер-лиги и первого дивизиона. Забив два гола, немножко успокоились. То, что это, наверное, не надо было делать, а продолжать, было так, как они играли с первых минут второго тайма. Вот, в принципе, все, что я могу сейчас сказать по игре. Тогда вопросы. Дмитрий Николаевич, почему заменили Максима? Ну, хотели усилить немножко линию обороны, да, то есть поставить два опорных, Малярова и Шуленина, и немножко свежую кровь ввести. Поэтому я думаю, что сделали, наверное, все-таки правильную замену. Реакция Максимова на замену вас не удивила? Реакция Максимова. А как вы думаете, когда тебя меняют в таком дерби, как это, я думаю, что это нормальное явление. Еще и два гола забил. Я думаю, что у любого футболиста есть такое желание вот так вот агрессивно вести себя после того, как тебя меняют. На самом деле, я это воспринимаю как нормальное явление. Почему в первом тайме Волга дала инициативу? Так вот я и говорю, то есть я думаю, что все-таки это недооценка соперника. Недооценка соперника. Нет, ну не настрой, не недооценка. Наверное, все-таки мы говорили там определенные вещи, которые и чего-то не хватало, да, ребятам. Я рассказывал, что нужно забивать как можно больше. Может быть, вот это и сказалось. Перегорели. Что они, не то, что перегорели, а то, что вышли немножко все-таки, знаете, да мы сейчас им забьем, да мы вот это. Тренер же сказал, сейчас надо забивать 1, 2, 3, там и все. Ну, я думаю, что вот в этом плане, поэтому они немножко недооценили соперника. Я могу сказать, наверное, может быть, это где-то моя вина есть. А во втором тайме, естественно, в раздевалке немножечко поговорили, и совсем другой футбол начался.